Так, у меня тут было дохрена курицы, где они все? Так, вот курица, вижу. Охотимся. Доминируем. Не попали. Ах, ты сосранка. Все. Да. Попали в курицу, в тебя еще тоже попадем. Так, мне бы еще одну курицу. Чтобы был полнейший комплект. Я не представляю, как должно лаговать, если там они дофига их заспаунится. О боже. Ребят, не присоединяйтесь к этому серверу. Это сервер чисто мой, я на нем пишу всякое. Хотя вы наверняка даже не знаете, где тут на этом сервере. Жалко, что тут криперов нету. Потому что тогда бы как бы скелеты убивали криперов. А, ну, в общем-то, было бы прикольно. А тогда выпадали пластинки. Да, эти там. Мне нужен... А, вот еще уголь. Вот это как раз тот случай, когда нужно было запоминать, где уголь. Ну, слава богу, его в этих пещерах дофига, так что... Делать его из дерева мне не придется. О боже. Похоже, они спаунятся все-таки. Да. Не хочется сделать там администрацию, админку, всякое такое. Ребят, просто не заходите сюда. Зачем? Может, у нас серверов мало. Это самый простой сервер. Тут ничего навороченного нету. Не заходите. Я вас прошу. А мы идем качаться. Я бы тебе вообще тут не просил бы играть. Это мало от них опыта тикает. Ну, собственно... Да, стрел зато много и всякого такого много. Да. Ну что ж, хотя бы работает. Все-таки, честное слово. Саулю вайт лифт, чтобы только я заходил. Кто-то еще. Потому что конкретно бесит. Ну ладно, спаунитесь там. А можно было бы еще более прикольную систему придумать. В общем-то, смотрите, как они едят, тут как бы этот раздатчик стоит, и он стреляет в них, как бы. Ну, то есть берет и стреляет в них. Когда они нажимают на плиту, которая стоит вон там вот. Было прикольно. Так, ну что ж, идем дальше качаться. Много опыта не помешает. Раз и оп. Кто следующий? Я не понимаю, как они там спаунятся или как. Да. Сейчас покопаем тут немного. Стекло-то у меня еще есть. Да, стекло у меня есть еще. Соответственно, тут написано кинуть. Так. Стекло, стекло, стекло. Тут разобьем и заменим каменем. Камнем. Тут все-таки нужно какую-то дверь поставить, чтобы свет не проходил. Хотя фиг его знает. Так ли оно? На самом-то деле. Так, доски. И делаем дверь. О боже, я поставил тут таймер. Вот фиг знает, сколько я уже играю. Ну что ж, буду играть, пока не надоест. Истинные фанаты меня, возможно, не поймут, но игрушка может надоесть. Так, 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 так. Что, кто-то еще? Давайте. Все на меня. Ну что ж, 8 уровень. О, прекрасно все. Да. Так, стоп, какого фига? Ой, ну не заставляйте меня вносить white list.
Не заходите на сервер, пожалуйста. Да. Опять кто-то тут из скелетов. Ты не понимаешь, как убрать этот баг, чтобы они так вот не застревали. Вот фиг его знает, как это сделать. Какие-то с них мало опыта тикает. Как это более автоматически создать? Вот как это сделать, нужно еще подумать. Можно сделать вот так вот, чтобы они как бы прыгали туда и сразу остывали. Но тогда половина вещей, мне кажется, будет сгорать. Да. Собственно, фиг его знает, как это должно быть. В принципе, то и уже неплохо. А, я, кажется, вдуплил, как можно сделать. Мы модернизируем немного эту схемку. Сейчас увидите, как. Да, сейчас, как, в общем-то, увидите, да. Нужно, чтобы они падали еще вниз. Вот такая вот системка. Нехитрая. То есть, смотрите, как. Тут я ставлю этот, тут я ломаю, тут они будут падать вниз. Так, ну для начала, мне кажется, нужно там сломать эту штуку. Перегородочку. Вот так вот. Ой-ой-ой. Уже от кого-то прилетело там. Охренеть, темные скелеты. Мне казалось, такого не бывает. Так, ну что ж. Нет, 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 это не вариант. Вариант, чтобы они сюда как бы... Как-то даже... А, вот оно. Вот этот корень зла. Тут все должно происходить. Возможно, даже чуть больше глубина должна быть. Как вы поняли, прикол, да? Ну, надеюсь, да. Хотя, может, и нет. Но все-таки надеюсь, да. Там еще сейчас они тут на это наспаунятся. Можно было бы сделать, чтобы они еще ниже шли, но попробуем это сделать, конечно. Да, ну тут уже как-то нужно заново проделать ступеньки. Хотя, в принципе, это и не сложно. Вот такая вот у меня ферма скелетов получилась. Тихо, дофига спаунится. Только успеваю убивать. То есть это я за такое время набил уже, смотрите, какой уровень. Ну да. Не присоединяйтесь. Какого фига вы заходите-то? Да уж, ну что ж, это в принципе... Так, нет, все-таки они как-то это... Ну, в принципе, это все, что я хотел сделать на сегодня. Ну как на сегодня? В этом видео. О боже. Что-то я как-то сделал не то. Так, ну там вроде как проблем, да, нет. Не возникает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, быстрее ставь. Опа. Все. Поставил. Собственно, это все, что я хотел сказать. Я так побуду еще немножко. Сделаю себе таких. Такую штуку. В общем, набью себе левел побольше. Вот, тут можно посмотреть, как они спаунятся, вот это, ну, техническая комната, вот. Ну, в общем-то, всем спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дзик, до скорых встреч. Ну что ж, ребят, в общем-то, этот немножко обжился уже, законопатил тут все эти, камешком все обложил. Вот, в общем-то, там до хрена этих скелетов, вот видите. Сколько у меня уже всего этого. У меня уже второй лук падает с этих.
Я израсходовал около 2 железных мечей. Вот, так что ферма работает идеально. Вот, ну правда, она не совсем автоматическая. Я в плане того, что убивать мобы. Ну, да. В этом плане оно не совсем автоматическое. Ну вот, у меня есть еще 2 железные руды, нашел тут тоже, когда копал, выкапывал. Ну да. Немножко страшно выходить. Вот, так, вот они тут. Вот, в общем-то, все работает. У кого есть тоже спаунеры тоже. Может тоже пробовать. У вас получится. Если будете делать такой же, как у меня. У меня во всяком случае получилось. Вот. Ну, на этом второе. Спасибо, что смотрели меня. И все, что уже сказал ранее. Всем спасибо, с вами был Дизик.